28 марта в стенах Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась встреча депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 6 и 7 созыва от Республики Татарстан, заместителя председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александра Сидякина со студентами-политологами КФУ. Стоит отметить, что подобные встречи со студентами Казани Сидякин проводит регулярно, однако цель таких встреч всегда остается неизменной. Но вы знаете, цель всегда понять, какие есть у студенчества проблемы, потому что аудитория же наша и наши избиратели – это люди разных возрастов, разных профессий. Для того, чтобы более репрезентативно смотреть на те или иные вопросы, надо общаться, мне кажется, с любыми аудиториями. И вот такая студенческая аудитория – это абсолютное тому подтверждение. Также депутат отметил, что современное общество становится более зрелым, готовым к принятию конкретных решений и активному участию в жизни страны. Вы знаете, это политологи же, это люди, которых интересует современное освещение вопросов внутренней и внешней политики, позиционирование в современном пространстве, самореализация. Живой интерес аудитории вызвали законопроекты депутата, его работы в регионе, позиция в отношении резонансных законопроектов, одним из инициаторов которых стал сам Сидякин, а также все то, что сделано за последнее время для улучшения качества высшего образования. Работников, которые занимаются со студентами, я имею в виду профессорско-преподавательского состава, это серьезное обновление общежитий, это формирование новых центров для занятий спортом после универсиады, все это очевидные. Получив ответы на самые любопытные вопросы, студенты наглядно убедились, почему Татарстан продолжает претендовать на звание третьей столицы. По словам Александра Сидякина, республика создала отличные условия для обеспечения высокого качества жизни для интеллектуальной элиты. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз.